Приветствую вас на канале «Это все цветочки». И сегодня у меня две новиночки. Две орхидейки. Итак, вот она, моя первая красавица. Купила ее в Леруа Мерлен. Выбор был не очень большой. Орхидейка, конечно, простенькая. Называется «Канзас Сити». Но мне очень понравилось. За что понравилось? За ее большой цветочек. Он около, даже не около, ну 10 сантиметров получается. И вот у него все такие крупные цветочки. Вот такая красота. Канзас Сити. Один бутончик засушила. Вот она не выдержала нашего ремонта, потому что пришлось ей за это время, пока она у меня, несколько дней, тысячи раз переезжать с места на место. Туда-сюда ее тягала. И вот она решила отсушить. А может быть, из-за того, что я устроила ей небольшую, так скажем, не то что пересадку. В общем, я решила сначала посмотреть, есть ли у него торфяной стаканчик или нет. И если есть, то его вытащить, не вытаскивая орхидею из грунта. Начала копаться, отсыпала часть грунта. Смотрю, стаканчик есть. А потом думаю, а он прям вот очень глубоко. И грунт у него был такой торф в перемешку с мелкой корой. Вот сейчас я кусочек достану. Вот приблизительно. Вот, да, это ее родная кора. Вот такая мелкая-мелкая. И в перемешку с торфом. Я подумала, что в этом грунте она, наверное, долго не проживет. Даже если я вытащу стаканчик злосчастный. В общем, вытряхнула я полностью грунт, который был у нее, не вытаскивая ее из стакана, из горшочка. И у меня получилось, я вытряхнула, выбрала, ну вот, более-менее нормальную кору, досыпала своей коры, также керамзиты добавила. Ну, в общем, вот так вот получилось. Корешочки у нее хорошие, мне даже не пришлось ничего обрезать. То есть это был свеженький завоз. Прям вот только-только, видимо, привезли. Потому что до этого мы там были за день, наверное, и там вообще выбор был никакой. А тут приезжаем, снова понадобилось нам туда заехать, и уже куча орхидей. Ну вот я выбрала, наверное, самую красивую. Самую крупную, самую красивую. Мне нравится. Может быть, для тех, кто уже много содержит орхидей, долго этим занимается, она не представляет никакого интереса. А для меня это новиночка. Это моя вторая орхидейка. Выжившая вторая. Ну, пока выжившая. Но я надеюсь, что и дальше останется жить и только продолжит расти. Ну вот уже сколько прошло? Уже больше недели, пока она жива. Вот такая красота. Так, ну и вторая орхидея. Она в стаканчике, я не знаю, ну, наверное, 1,7 или 2, где-то так, короче. Небольшой стаканчик совсем, но корни у нее очень толстые, я бы сказала. По сравнению с предыдущими, вообще толстенные такие корни. И тоже все такие хорошие, прям вот. Я ей немножко дала воды, там уже даже мох не достает до мха. Вода, потому что из-за корней. Но пересаживать у меня ее пересадить получится только через месяц где-то. Потому что я только заказала стаканчики. У нас прям беда во Владивостоке с горшочками. В те, которые я хочу посадить, это арте прозрачные, двойные, я не могу найти. То есть, даже в Леруа, вот я заезжала, там вообще очень бедный выбор горшочков, вообще никакой. Вот. Есть, которые мне не нравятся, горшочки. Ну, пока потерпит. Я надеюсь, что потерпит. Ну, до этого же она как-то росла.
Вот. У нее два листочка был, видимо, были вот здесь еще. Но они до меня сохли, видимо. Вот. Ну и поднимаемся выше. И вуаля. Вот такая красотка. Название ее я не знаю. Но, порывшись в интернете, у одного поставщика декором, что ли, называется. По-моему, так, поставщик цветов. У него такая же, точь-точь такая же орхидея, прям вот один в один. Называется Пикассо. Пикассо. Вот. Но нашла также в интернете картинку азиатской орхидеи. И там под названием Пикассо совсем другая орхидея. То есть она тоже белая, тоже с такими же малиновыми пятнами, но они прямо по всему цветку идут. Большие прямо. Там больше вот этого малинового цвета, бордового, чем белого. А это вот такая. Ну вот не знаю. Если есть знатоки, опознаете, скажите мне, как она все-таки называется. А еще она пахнет. Такой не сильный запах, но ощутимый. То есть, ну, если подойти и понюхать, можно будет почувствовать. У Канзас-Сити, кстати, тоже есть что-то. Ну, прям такое еле-еле уловимое. У этой посильнее запах. Это орхидея, так скажем, азиатская. Азиатская, но, не знаю, наверное, может быть, из фласки привозят и потом выращивают здесь. В общем, орхидея из Южной Кореи, но выращенная в Приморье. То есть, видимо, деток уже здесь выращивают у нас в Приморском крае. Очень нравится это. Я покупаю вторую уже в этой закупке. Закупка, совместные покупки. Вторую орхидею. И, наверное, я на этом не остановлюсь. Не очень дорогие, ну как, сравнительно. 756 рублей я заплатила за эту орхидею. Вот, цветы у нее тоже очень крупные. Чуть-чуть помельче, чем у предыдущей. У этой 9,5 где-то размер цветка. Вот, пятнышки есть не на всех цветочках. Вот, допустим, цветочек совсем без пятнышек. Вот такой. Видимо, это ее первое цветение, как я понимаю. То есть продают в этой закупке растения с первым цветением. Вот, и, видимо, вот у нее пятнышек еще мало. Вот. Вот такая красота. Мне нравится. Я уже покупала подобную орхидею. Тоже с такими же пятнышками. Но она у меня погибла. Это вот первые две орхидеи, которые я покупала, они не выжили. И вот после этого я уже более ответственно начала подходить к этому вопросу. Вот. Пришла она ко мне с подарком, так скажем. На вот этом растении сидел мучнистый червец. Один. Я прям ее каждый день, чуть ли не по нескольку раз к ней подхожу. Осматриваю ее, больше я не нашла. Вот. Здесь были следы от этого мучнистого червеца, а само насекомое сидело на цветке. Ну, не знаю. То есть вот прям смотрю, где что. Я, конечно, ее сразу обработала. Из того, что у меня было под рукой, было только зеленое мыло. Вот, обработала им, прям залила ее, можно сказать, целиком этим зеленым мылом. Ну вот, надеюсь, что никакая зараза больше не появится. Ну, стоит она у меня пока отдельно. Ну вот, мои новиночки. На этом я буду заканчивать видео. Пока-пока.